40 тысяч рублей. Это у нас том? Таракан. С тараканами спать нельзя. Никогда вообще. 100 тысяч. Баран. С баранами мы уже что? Можем? Нет. С баранами мы не спим. Но барану мы уже позволяем что-либо для нас делать. Принести, починить и так далее. 300 тысяч. Горилла. Здесь уже секс. Но секс на перспективу. Полгода мы смотрим, растет горилла или нет. Ну и, наконец, мужчина-лев. Это наша цель. Извините, пожалуйста, можно вопрос? А у вас же есть муж, а он по вашей классификации кто? Лев? Конечно. Это вполне состоявшийся мужчина. У него свой бизнес в сфере обслуживания. Извините. Это, кстати, он. Да, любовь моя? Ого! Прям любовь? А, ты на работе, что ли? Слушай, у нас стиральный порошок закончился. И сними, пожалуйста, денежку. 1003. Ага, мне завтра Ксюшу к зубному везти. Как скажешь, милый. Целую. Львы не понимают слова «нет».